Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. Наконец-то прошли все праздники, новогодние, в том числе и китайский Новый год. Совсем недавно отзвенел, поэтому приступаем к новым делам. И в настоящее время вам будет представлен светильник, так называемый RGB, но еще и с белым цветом, для того, чтобы создать обстановку. Причем он напольного типа и в данном случае пришел из Китая. В этом не поучаствовала Почта России, как видите, у нас упаковочка в нормальном состоянии. И все это пришло относительно быстро, ибо 2 недели задержали доставщики до дверей. Поэтому вот такое вот случилось. И давайте посмотрим, что из себя представляет данный светильник. Светильник он 2 форм управления. Первый — это при помощи пульта, и второй при помощи смартфона, но через Bluetooth. Есть версия Wi-Fi. Да, почему брал я именно такой светильник? Потому что существует на рынке множество вариантов, но все они отличаются тем, что у них нижняя часть не компактная, в виде 50 сантиметровых 2 антенн, которые удерживают всю эту конструкцию. Причем даже основная антенна, где-то 1,40 м, она поставляется целиком. И иногда, сами понимаете, при транспортировке могут возникнуть разные случаи в том, что у вас все нормально довезут до вас. Но в данном случае у нас... Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в 1 клик. Letyshops состоит из нескольких сочленений. Вот такая упаковка пришла. Здесь у нас написано, что умная напольная лампа. Здесь у нас существует несколько режимов. Это динамический режим, то есть при помощи музыки можно цветомузыку составлять. Вернее, даже пикап, ритмик, то есть при помощи музыки. А динамический мод, то есть он может быть и как статический, так и переливной. Вот как вот сейчас он, 2 светильника, которые мы рассмотрели чуть ранее и представили на этом же канале в виде отдельного видео. И также вот есть небольшая спецификация, вот что из себя представляет LED-светильники. Лента 550, драйвер RGB IC. Дальше 12 вольт у нас потребляет 1 ампер. Потребляет он от 85 вольт до 265 вольт. Может использоваться в разных странах. Причем подставляется с разными вилками, конкретно 2, по-моему, китайская и европейская. Температура от минус 25 до 85 градусов, угол биения 160, управление 10 метров и связывается при помощи Bluetooth. Есть еще, по-моему, Wi-Fi версия, как вариант. Дальше, что она себя представляет? Вот здесь вот продемонстрировано. То есть есть сертификация, сделана в Китае. Все остальное тут ничего нет. Фирму производителя вы увидите, потому что производит это один завод. И внутри нас встречает, во-первых, пульт такого плана. Стандартный пультик. Здесь используется 2 типа батареек стандартных, плоских. Это 2025 CR и CR2032. Ну, 2025 может найдете, но самый простой вариант CR2032, который используется в системных блоках, ну и в большинстве гаджетов. Поэтому никаких проблем с ним нет. И давайте, кстати, сейчас посмотрим, есть там 3 что-то. Как видим, пустые. Не положили, но я вот заранее подготовил. То есть вот у нас батарейка 2032, которую мы сейчас сюда установим, для того, чтобы впоследствии опробовать лампочку, что она из себя вставляет. Жалко, что нету язычка, но язычка нету, потому что для того, чтобы транспортировать с аккумулятором, чтобы он не разрядился. Это можно делать самому, для того, чтобы предотвращать разряд батарейки. Так вставляете, и все. У вас никаких проблем нету. Но это можно сделать и самим, там, из какого-нибудь блистера. Вот такой вот у нас здесь пультик находится. Дальше следующее, что у нас здесь. Находится база. Вот такого она плана. Здесь типа поролона. Здесь включение штекера для зарядки. Дальше тут контактная база нарисована. Вернее, не нарисована, а в виде медных контактов. Здесь вот есть микрофон, чтобы изображать в виде ритмов вашу подсветку, скорее всего. Вот такая база. Она достаточно увесистая, маленькая, небольшая. Здесь где-то 12 на 12 она в треугольнике равностороннем. Ну, условно сказать, трехугольник, хотя тут стороны, они закруглены, имеют радиус. Вот такая база. Дальше он инструкция лежит, сейчас мы его глянем. Да, здесь вот есть приложение, которое называется Happy Lightning, благодаря которой вы можете управлять через Bluetooth со смартфона различными режимами. Продемонстрировано вариации на тему. Приспособлен для Android 4.3 и выше, и для яблочников iOS 8.0 и выше. Тут расписан пульт, что из себя представляет клавиши. И также продемонстрированы вот эти вот сосленительные трубки, внутри которых находится светодиодная лента. Вон здесь они даже подписаны, нумерация есть. Первое обязательно втыкать в базу. Вот как это все дело выглядит. Сочленение 1, 2, 3, 4 отключается. Так, и инструкция на английском языке. Китайского в этот раз не повезли. Кому-то, может, и не повезет. Вот такая инструкция. Так, следующее, что у нас? Сетевой блок питания. Здесь представлен такого типа. Ну, как говорил, 12 вольт 1 ампер. И от 100 до 240 написано. 0,3 ампера максимум, если посмотреть внимательно. И стандартный штекер. Длина, кстати, давай сейчас проверим. Посмотрим, сколько длина данного штекера. Ну, наверное, около 1,5 метра. Ну да, где-то 1,5 метра. 1,5 метра здесь будет. Для того, чтобы вам подключить, поэтому далеко нужно иметь розеточку для этого. И еще что находится у нас внутри, под картонкой, это вот 4 сочленения. Давайте лишнее уберем. Так, вот первое сочленение. Вот контакты, и вот здесь, если видите, написано 1. И давайте это проделаем, момент самый важный. Первое, вот здесь это есть. Давайте сначала оденем, а потом все это дело проделаем. Следующее это у нас конечное. Здесь также есть контакты, 4, вон там написано, и верхняя часть продемонстрирована. Так, вот это вот 3-я часть. То есть, по сути, ее нужно вот так вот. Все, сочленили. И последняя. 4-я часть, а вернее 2-я. Здесь тоже есть контакты. Видите, не видите, написано 2. И это непосредственно идет к первой базе, которую мы уже установили, имею в виду первому сочленению. Так, и последнее. Так, вот такая вот у нас лампочка. Да, еще один момент. Вот этой вот белой части, где у нас идет, осуществляется освещение, то лучше ставить к той стене, которой вы будете освещать. Ну, либо как вариант можно, конечно, и вперед пустить, но весь смысл то, что это именно освещает стену, тем самым дает блики, необходимые для того, чтобы создать какую-то атмосферу, среду. Так, давайте сейчас мы ее подключим и включим, и посмотрим, как осуществляется свечение с помощью данной лампочки. Итак, приступаем. Итак, я вам продемонстрировал умную лампочку для пола высотой 1,40 м, которая предназначена для создания атмосферы с помощью динамических режимов различного свечения, статических режимов различного свечения, в том числе и белый вариант. И данную лампу мы проверили. И также для создания динамической атмосферы во время звучания музыки, как подобие цвета музыки. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.